то место, вот где я вчера был, короче. Берег вот этот просматривал для рыбалки. Вот сегодня пришел туда. Сейчас буду здесь пробовать ловить. Взял я вот такой спиннинг простенький. Сначала хочу попробовать на вертелку половить. Вертелку, вращалку. Блесну, короче. Тут взял немножко приманок. Так, ребят, надо немного пробраться здесь. Вот он, этот пень, который вчера был. К нему я подходил. Так, ага, до пня дошел. А я хотел чуть дальше. Вон там где-то, где камни вон те. В принципе, здесь, где пень этот, можно половить. В общем, начнем, наверное, отсюда. И будем дальше продвигаться. Так, ребят, видите, берег какой. Камни. Вот такие скользкие. Нужно аккуратно здесь ходить. Река Бия берет свое начало от Телецкого озера протяженностью 301 километр. Границей между Телецким озером и рекой Бия служит вот этот мост. Ориентиром для начала реки служит поселок Артыбаш.
по реке Бия было полноценное судоходство постоянное. И отсюда такие, ну, катера, маленькие такие кораблики, Артебаша, плавали до города Бийска. И для любителей сплавов здесь на Телецком очень много экскурсий, которые можно приобрести и сплавиться по Бии, начиная вот опять же от Телецкого. И сплавляются они вот так вот по Бии, туда, дальше, дальше. Ну там где-то у них точка конечная. Там встречает машина, уже забирает всех и возвращает на базу. Вон, ребят, видите, сплавляются. Вот такими компаниями на лодке садятся. И вот по Бии, короче, вниз туда сплавляются. Вот довольно-таки интересное занятие. Вот видите, одна лодочка, вот она плывет. И вон еще одна вдали. Короче, перепробовал уже много воблеров, всяких приманок, блесен. Ну, пока поклевок нет, но рыба здесь есть. Вот, посмотрите, сколько мальков плавает. Смотрите, непонятно, что это за рыбка. Вон, мальки, видите? Вон там. То есть очень много какой-то мелкой рыбы плавает. Но если есть мелкая, значит есть и крупная. Как думаете, на вот такую лягуху здесь может что-нибудь клюнуть? Не знаете? Давайте тогда попробуем. Я тоже не знаю. Сейчас одену. Кстати, здесь вот, уже я возвращаюсь немножко, сюда вернулся. Здесь травы много возле берега. То есть несколько метров и трава. И вот такая лягушка, не зацепляйка, кстати, самое то. А в этой траве может щука стоять, что интересно. Ну давайте попробуем.
лягушку тоже не хочет рыбка кушать. Так, какую же еще приманку мне здесь применить? Не берет, не берет рыба. Такая река, рыбы полно, но не берет. Ладно, ребят, надо идти. К сожалению, ничего не поймал. Но поход получился отличный. Свежий воздух, природа, водичка, рыбалка. Хоть и без рыбы, но сам процесс доставил мне много удовольствия, так как река просто офигенная. Посмотрите. Ладно, пойду.